На отдыхе. Узнает, что у нас там был дождь, да? Да, место нашего убаюкивает Башкина. Так, что у нас тут Григорий рисует? Ну, стихи, что там ваши стихи? Я говорю, Вова, я не знаю, я отдыхаю на море. А что, я не выбила? А я не знаю. Включи. Не, свет нормально. Это просто, может, розетку задели, да? Все, мы на море. Маму взяли. Все, мы взяли, все, поехали. Гриша-то на лагерь хочет ловить рыбу, но мы купаться. Дорога на море. А там вон целый какой-то шатерчик накрыли, несколько машин. Так здорово, но я бы, мне кажется, так не смогла. Давай, сейчас одену тебе на рукавники, да? Где шлепочки обувай? Говоришь, не теплая? Да? Квадроцикл. Мы уже покупались. Ой, ветер какой. Что мы сделали? Только маленькие. Где мой Афоня? Что случилось, сына? Что, что там болит? Красный, ну ты, наверное, поцарапался. Гриша поймал пока бычков, пока мы купались. Гриша, он раз, два, три, четыре, пять штучек, да, поймал? Да. Бычков. Один прям даже такой крупняшек. Ну да. Запрещено купаться пакетом. Так, мы, это, а тут сейчас волны такие, да, ветер. И градусы у нас показывают 29. Здесь? Нет, Зая, здесь дно не очень. Дорога. Зайка, здесь дно не очень, грязюка. Да, сейчас поедем на хороший рынок. Мы же тут же вчера остановились. Слушайте, ветер вообще так прохладно. Я не знаю, нам надо лезть или нет. Что у нас тут? Сэмпи! Ракушки облепили бутылку. Вообще просто потрясающе. Что это, не знаю. Но это природа. Thank you.
решили проехаться вперед, да, тут прям столько лошадей. Пони. Куда идут, я даже не знаю. 21 регион. Стоят, наверное, на Дула приехали. Это откуда? Не знаю. Тут гляньте, вот туда, сколько. А, давай пони. Вот пони. Спасательный пост. Мы здесь никогда не были, что за море, да? Ну почему? Не, ну в смысле, мы сюда и не останавливаемся, что тут всегда как-то много людей. Ну, как вот достаточно, видишь, тут в этих. Нас почти никто и не купается. В посадках. Ну вот да, в этой лесополосе много всегда людей. К Тиньку поближе. Тиньку, да. Пашка, если здесь занимать место, то надо это ночью ехать. Не, ну вот, видишь, сейчас тут свободно, ну просто ж никто не знает, где там этот туалетик они себе сделали, а ты тут займешь место. Вот кто-то на квадроциклике приехал. Вот уж мы же носились сами. Ну да. Ждем детей, сами пошли в магазин, потому что сегодня тренер в 9 вечера, им так хочется посмотреть тренера, вот, и что-то купить к тренеру. С бабулей сидим, смотрим, что тут за пожарный период, пожароопасный. У нас опять костер будет. Ура! Да, сына? Ты рад, что костер? Приехали, сразу футбол включили. Франция, Хорватия 4-2, Франция ведет. Это вообще жесть. Да, у меня в интернете 4-1 пока показывала. Мы это же просто не только что забили. Ну да. Колбаски. Горячие все время не бывает. Да.